С другой стороны, забыла показать. Грибы некогда собирать, надо снимать. Вот такие они внутри, вот такие широкие пластинки у них. Чистенькие на этот раз. Вот рядышком лежит длинная ножка у него. Вот так вот. Ну, хороши. На вид поганки, а на самом деле блеск, а не грибы. Все, все-таки пора отчаливать. Все. Хочу показать грибы съедобные, нежные, хрупкие, ломкие, маленькие, но очень интересные. Это гиграфоры. В лесу я не успела их снять, потому что уже стемнело, сегодня вечером поехали. Но я всегда их беру на суп. Вот. Они очень красивенькие, маленькие. И в супе они хорошо смотрятся. Часто бывают червивыми. Это гиграфоры. Бабушкины грибы. Мне их мама показала. Вот такие они блестящие и красивые. Почти желе. В небольшом количестве водички, если сварить, потом заморозить в морозилке вместе с этой, с этим бульоном, вместе с бульоном. Получаются ледышки, такие ледышки. И их зимой в суп бросают. Очень вкусные грибочки.